гром грянул. Ветер свистнул в тучах. Заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез! Горячих и горючих, земля моя! Скажи мне, что с тобой? 82 года прошло со дня страшной трагедии, но память жива в сердцах белгородцев. 5 февраля 42 года в сараях камышитового завода оккупанты сожгли почти 1700 белгородцев – женщин, детей, стариков, военнопленных. Следственный комитет, историки, краеведы долгие годы по крупицам восстанавливали ход зверских событий. Теперь на месте массовой гибели появился мемориал в память жертв фашизма. Память о безвинно погибших людях, заживо сожженных, она должна быть в сердцах наших детей, наших внуков. Она не может быть стерта, уйти вместе с нами. Высота монумента – 3 метра. Скульптор выполнил 4 собирательных образа. Мать и ребенок, пленный красноармеец, партизан. По периметру памятника красные световые точки, которые символизируют огонь. Подсвечены и стены, стилизованные под дерево сараев камышитового завода. Желтым лучом выделено историческое описание трагедии. Здесь очень важно было создание смыслового значения в скульптуре, показать силу духа, несломленность, ни в коем степени не страх перед грядущей смертью, а именно несломленность советского народа перед лицом, перед врагом. Алена Хлудеева, Александр Поддубный. Такой великий день на мире Белогорья.